Вопль на Содом и Гоморру умножился ко мне, и грехи их весьма велики. Посему сошедше посмотрю и узнаю, сообразно ли воплю, доходящему до меня, совершаются события или нет. И, обратившись оттуда, мужи пошли в Содом, а Авраам еще стоял пред Господом. И, приблизившись, Авраам сказал: «Погубишь ли праведного с нечестивым, и будет ли праведник то же, что и нечестивый? Если будет в городе 50 праведников, погубишь ли их? Не пощадишь ли всего места ради 50 праведников, если они будут в нем? Никак не поступишь ты по слову сему, чтобы погубить праведника с нечестивым, и был бы праведник то же, что нечестивый, никак. Судящий всю землю, уже ли не совершишь праведного суда?» И сказал Господь: «Если будут в городе Содоме 50 праведников, оставлю весь город и все место ради их». И сказал Авраам в ответ: «Ныне я начал говорить Господу моему, я – земля и пепел. Если умалятся 50 праведников на 45, погубишь ли ради 45 весь город?» И сказал: «Не погублю, если найду там 45». И продолжал Авраам еще говорить ему и сказал: «А если найдутся там 40?» И сказал он: «Не погублю ради 40». И сказал: «Что, Господи, если буду говорить еще, если там найдутся 30?» И сказал он: «Не погублю ради 30». И сказал: «Так как я решаюсь говорить Господу, если там найдутся 20, и сказал он: «Не погублю, если там найдутся 20». И сказал: «Что, Господи, если еще однажды скажу, если найдутся там 10, и сказал он: «Не погублю ради 10». И отошел Господь, как только перестал говорить с Авраамом, а Авраам возвратился в место свое.